положение вне игры, но судья отмахнул и словно передумал. Продолжается атака корейской сборной. Ой-ой-ой! Как отпустили! Как отпустили Чжан Цинхуана! Один из самых опытных футболистов в корейской команде направляется к скамейке запасных, но пробежал мимо Гуса Хидинга. Своих родных корейских тренеров больше поздравляет. 34 года этому ветерану сборной Кореи. Он из старожилов, выступает в японской J-лиге. Участник третьего финального турнира чемпионата мира. И стадион взревел. 50 тысяч болельщиков. Посмотрите, не разобрались польские футболисты. Стоят двое, перед ними выскакивает корейский нападающий и забивает гол. Ну, пас отменный и удар хороший. Левой ногой сходу, без подготовки. Любой гол — это красивый удар, но во всяком случае... такие опытные польские защитники.